Привет, дорогие бенедиктовцы! Этот урок посвящен гамме ля минор. Напоминаю, что параллельная гамма ля минор – это до мажор. Гамму смотрите в нашем плейлисте. Их объединяет то, что нету ни одного знака в ключе. Играй, наслаждайся. Обращаю ваше внимание, что все минорные гаммы по восходящей мы играем мелодический минор. И уже в натуральный мы возвращаемся, когда играем по нисходящей от верхней ноты. Темп метронома 60 ударов в минуту. Варианты упражнения с этой гаммой смотрите в нашем уроке номер 8, посвященный гаммам. Для удобства на нашем канале есть плейлист с метрономами. Ссылка под этим видео. Отрабатывай гамму, переходи к следующей, подписюнькивайся на канал, ставь нравку и будешь играть как Бенедикт! Стой, 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 не выключай! Играй как Бенедикт, носи усы как Бенедикт. Ставь лайк, подпишись на канал.